Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы быстро и вкусно посолим скумбрию. Еще нам для этого понадобится соль, сахар, перец горошком, у меня здесь смесь перцев, лавровый лист, кориандр, семена укропа, уксус, масло растительное, ароматное, подсолнечное и лук. Это уже тогда нужно будет, когда скумбрия уже будет готова. Делается все быстро, в пределах 2 часов. Единственное, что нам нужно будет вскипятить туз лук и после его остудить. А сама засолка происходит очень быстро, в пределах 1,5–2 часа. На литр воды, здесь уже литр, кладем примерно 4-5 столовых ложек соли. Если хотите, чтобы солоней было, положите 5. Если чуть меньше, тогда 4. 1-2 столовые ложки сахара. Семена укропа. Здесь 2 чайные ложки. Лавровый лист. Перец горошком. Примерно чайная ложка. Чуть меньше даже. Здесь у меня смесь перцев, тут все подряд. Кориандр. 1 чайную ложку. Теперь этот туз лук ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим примерно 5 минут. За это время занимаемся рыбой. Отрезаем головы и потрошим. Хвост тоже отрезаем. Теперь рыбу нужно помыть холодной водой. Скумбрию теперь режем порционными кусочками. И куда-нибудь складываем подходящую посуду. Туз лук остыл, заливаем его в рыбу. Накрываем и ставим в холодильник на 2 часа. Потом можно будет попробовать один кусочек. Если соленость устраивает, то вынимаем его, маринуем лук. Картошечка уже варится, и это будет очень вкусно. Скумбрия мариновалась 2 с лишним часа. Я ее слил. Теперь готовим для нее лучок. Теперь лук можно немного примять. Если хотите, чтобы он не был слишком острый, нужно промыть его под холодной водой. Вот что я сейчас и сделаю. Теперь его можно приперчить. Добавить немного уксуса. Перемешиваем. И отправляем сюда скумбрию. Теперь добавляем сюда хорошее растительное масло, ароматное. И опять перемешиваем. И вот рыбка уже готова. И если вы хотите, чтобы она была еще вкуснее, то нужно оставить так в холодильнике еще хотя бы на полчасика, на час. Ну что, друзья, пробуем, что у нас получилось. Картошечку поливаем вкусным домашним маслом ароматным. Рыбка уже полита.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уже совсем немного осталось. Готовьтесь, готовьте закусочки. Готовьте вкусную еду на Новый год. Всего вам самого доброго. Ну что, пробуем рыбку. Рыба полностью просолилась. До самого позвоночника. Прям отлично. И с картошечкой, с черным хлебушком. Это очень вкусно. Вкусная, готовится очень быстро и везде есть. Пробуйте, удачи вам, всего доброго.